А вот Россия будет поставлять зенитно-ракетные комплексы С-400 Турции. Переговоры между странами велись с прошлого года. Турция, как член НАТО, пыталась ранее договориться с Соединенными Штатами об аналогичной сделке. Но переговоры провалились. После чего Анкара активно обсуждала этот вопрос с Москвой. И это вызывало обеспокоенность Вашингтона. Накануне стороны все же подписали контракт. Сумма сделки — 2,5 миллиарда долларов.